пожаловать на мой канал. Сегодня снимаю видео о своей радости. Мне пришла посылочка из города Санкт-Петербург от моего подписчика, от Саши, Александр Нечепко. Сашенька, привет тебе еще раз. И еще раз огромное-огромное спасибо. К сожалению, у Саши нет своего канала. Саша просто мой подписчик. И не только мой. Многие знают Сашеньку. Поэтому ссылочку, к сожалению, сдать не могу. Саш, спасибо тебе еще раз. Это просто шикарный такой сюрприз. Было очень-очень приятно его получить. Было очень приятно разбирать. Я, конечно, тут как ворона сидела, все разглядывала. Все такое классное. Ну и давайте я похвастаюсь вам. Что же мне Саша прислал? Первое, что было в посылочке, это уже мое любимое средство. Это... вот такой вот крем-гель для душа. Это компания Белита, это Беларусь. Молочная линия с такой вот козочкой. Это молочные протеины молодости. Вот такой вот обалденный гель. Очень классно, девчонки. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. На козьем молоке. С активными пребиотиками. Очень нежный, классный такой аромат у него. Здесь 400 миллилитров, хороший такой объем. Несмотря на то, что бутылка большая, ее легко и удобно держать в руках, так что ванна везде встанет на полочку. Очень производитель позаботился не только о качестве продукта, но и о упаковочке. Она такая приятная на ощупь. Саш, спасибо. Будем пользоваться. Приехала она не одна козочка, а целых несколько. Следующее, что было в посылочке, это вот такой вот замечательный легкий пилинг для лица с молочной кислотой для всех типов кожи. Вот так вот выравнивает поверхность кожи, улучшает цвет лица, возвращает коже сияние. Также вот с козьим молочком. Здесь 100 миллилитров. Вы знаете, не устаю говорить, аромат здесь, конечно, обалденный. Но все запаяно, все как положено. Очень довольна, Саша, спасибо. Классный. И еще был продуктик. Это у нас уже дневной крем для лица. Для всех типов кожи. Интенсивно увлажняет, разглаживает морщинки, улучшает цвет лица, придает коже сияние. У меня сейчас такое в использовании. Очень нравится, очень легкий, нежный крем. Ну, немножко... придавилась посылочка. Ну, ничего страшного. Это самое страшное, что было в посылочке. Я имею в виду, что вот могло случиться. Вот такой вот замечательный кремушек. Саша, спасибо. Буду с удовольствием использовать. Вы знаете, Саша очень, я прям не знаю, как еще сказать, но очень классно упаковал посылку. Вы знаете, все было так замечательно упаковано. Я сидела... все разворачивала и не могла поверить, что вот молодой человек, парень, настолько аккуратно, настолько все грамотно сложил. Это просто вау. Сашка, огромный плюс за это еще. Это было что-то вот. Каждом продукте, каждое средство было вот так вот все обернуто, все аккуратно сложено. То есть вот немножко коробочку, видимо, придавила. Но это вот, я говорю, самое страшное, что могло случиться с упаковкой. Остальное все просто шикарно. Я прям пищу от этой посылки. Прошу прощения заранее, вдруг кого-то раздражаю. Дальше. Следующее средство меня тоже покорило. Это был вот такой вот гель для душа. Прошу прощения, на улице уже начинает темнеть. Пришлось включить в очередной раз лампу. Вот такой замечательный гель для душа. Это «Счастливые моменты». Италия, да, итальянские каникулы. Посмотрите, какое оформление шикарное. Уж надеюсь, вам видно. Свежий парфюмированный аромат. И, представляете, это также Белита, Беларусь. Я вообще сначала думала Питер. Потом, когда достала, поняла, что не Питер. Тут написано «Итальянские каникулы». Думаю, надо же, какой интересный. Оказывается, это Беларусь. Представляете? Аромат бесподобный. Я уже открыла. Все раскрыла. Понюхала. Очень такой свежий. Приятный ароматик. Так. Экстракт оливы питает, омолаживает кожу, повышает ее тонус, защищает от действия
свободных радикалов, бодрящий водно-фруктовый аромат геля. Вот такой вот классный гель, приятный аромат, очень красивый цвет. С удовольствием буду пользоваться, Саша, спасибо, классный. Посмотрите, какая прелесть, ну это вообще шикарно просто. Дальше. Следующее средство тоже, как оказалось, от компании Vitex. Вот такая арбузная свежесть, пенящийся гель-скраб для тела с микрогранулами, глубоко очищает, способствует обновлению клеток, придает коже гладкость и нежность. С арбузом. Вот такая вот арбузная свежесть. Посмотрите, какая прелесть. К сожалению, он тоже за, здесь 200 мл, он запаянный. Я не буду открывать, я возьму его с собой. Я думаю, сейчас там тепло уже, даже очень тепло, я знаю. И он как раз будет самое то. Саш, спасибо. Обязательно буду пользоваться. В пустышках уже расскажу. Посмотрите, какая прелесть. Вообще так хочется его съесть. Классный. Спасибо. Дальше. Был, даже не знаю, с чего начинать. Был в посылочке вот такой замечательный чай. Так. Декер, наверное, правильно называется, даже не знаю, как правильно прочитать. Это у нас чай с чабрецом, хорошо известный также под названием тимьян. Смотрите, какой интересный чай. Черный чай, вот такой вот интересный. Будем пробовать. Никогда такого не видела, в такой жестяной баночке красивой. Вот такой вот черный байховый цейлонский листовой с чабрецом. Классно. Ага, он еще и в пирамидках. Пакетики, пирамидки по 2 грамма. Я-то думала, он рассыпной. Посмотрите, как здорово. Ничего себе. Саш, спасибо. Классно. Дальше. Дальше, девчонки, мальчишки. Когда я открыла посылку, я открыла коробочку и сверху, когда смотрела, и увидела, знаете, так подняла одно средство и увидела под ним вот такую вот картинку. Когда смотрела сверху, вниз смотрела, и вот смотрю, такие вот прекрасные совушки. Думаю, надо же, какой интересный блокнотик, наверное. Каково же было мое удивление, что это не блокнот. Посмотрите, какая прелесть. Это была вот такая замечательная кружка. Это просто шедевр. Я обожаю совушку. Смотрите, какая красота. Это только вот коробочка такая шикарная. Сейчас я вам покажу саму кружку. Она не менее шикарна. Вот она, кружка. Вот такая замечательная. Обалденная просто кружка. Это вообще супер. Мои любимые совушки. Саша, спасибо тебе огромное. Вот с такой вот замечательной кисточкой. Ну, это просто шедевр какой-то. Причем можно, как вам нравится, можно сверху, можно снизу ее вот держать, эту кисточку. В общем, кому как нравится. Очень даже интересная задумка. Кружка просто обалденная. Теперь буду пить чай, кофе с удовольствием. Саш, спасибо. Кружка просто меня покорила. Такая вот красота. Дальше. Так, отъезжать, наверное, будем, потому что не помещаемся. Вот такая прелесть. Девчонки, меня распирает от радости. Это просто шикарный подарок, конечно. Дальше. Следующее, что я увидела в посылке, я тоже просто обалдела. Мне безумно понравилось. Саша, спасибо тебе огромное. Был вот такой вот, не буду зеркалить сильно. Вот такая коробочка увидела я. Я обалдела, если честно. Саша, спасибо. Это классно. Вообще, я даже не знаю, как это назвать. Это был аромат, девчонки. Вот так вот он называется. Не буду ломать язык сейчас. Дюпонт. 58-й авеню. Монтаж. Вот такая прелесть. Это парфюм. Обалдеть, Сашка. Это же дорого. Ужас. Какая прелесть. И посмотрите, я уж не выдержала. Я все открыла. Я все потестила. Я уже не дождалась, когда буду снимать посылку. Вот такой вот прекрасный флакон. Он очень интересно открывается.
смотрите, такая крышечка, шайбочка, прям такая увесистая. Я тут, конечно, уже, видите, вовсю тестю. Мне очень нравится аромат. Насколько я помню, это такой, знаете, тонкий, струящийся аромат, нежный, очень свежий. Мне кажется, вот с весны до осени это будет самое то актуально. Он относится к цветочно-фруктовым ароматам, но мне кажется, все-таки больше к цветочным, наверное. В нотках, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, кто знает, поправьте, но, по-моему, здесь есть малина, я чувствую немножечко ее. Малина, жасмин, в ней есть фиалка и лимон. Это я точно чувствую, лимон, здесь цитрусовый присутствует. Такой вот свежий, струящийся, такой вот нежный-нежный ароматик, достаточно такой солидненький, я бы сказала. Аромат дневной, на вечер, мне кажется, он не пойдет, он такой прям легкий, именно день его носить. С удовольствием буду носить, он теперь точно поедет со мной в Краснодар. Я планирую, потому что уехать достаточно долго, до конца сентября там точно уже задержусь. Поэтому я думаю, он будет очень актуален, я его с удовольствием буду использовать. Саша, спасибо тебе огромное, посмотрите, какой интересный флакон, я не знаю, как мне его показать. Как вот он такой вот весь... Такой интересный, такой классный. Сашенька, спасибо. Нравится. Дальше. Какая же посылка без мыла? Без мыла никуда. Сашенька прислал мне мыло. Первый кусочек был вот такой вот обалденно красивый. Natural Garden. Вот такое вот мыло интересное. Здесь аж целых 125 грамм. Представляете? Вот такое мыльце. Природный сад душистое. 125 грамм. Москва. Больше ничего такого интересного не перевели. Обалденный аромат. Очень приятно пахнет. Такое туалетное приятное мыльце. Мою коллекцию. Саша, спасибо огромное. Такая вот уже прям весна. Хочется весны. Птички, цветочки. Классно. Следующее мыло не менее шикарное. Посмотрите, какая прелесть. Вот в такой вот коробочке картонной. Это Пани Валевское мыло. Классическое кремовое мыло. Здесь 100 грамм кусочек. Они все беленькие, я проверила. Уже полазила. Не удержалась. Посмотрите, какая красота. Какой приятный кусочек мыла. Вот такая вот прелесть. Саша, спасибо огромное. Мою коллекцию с удовольствием использовать буду. Классно. Ой, классно пахнет. Вообще прям прелесть. Спасибо, Сашенька, огромное. Так, немножко отвинемся. А то уже в кадр не помещаемся. Следующее мыло. Это тоже коробочки. Это уже мыльца от Avon. Little Black Dress. Смотрите, какая прелесть. Я люблю этот аромат. Здесь 75 грамм. Она тоже беленькая. Обожаю этот аромат. Поэтому мыло тоже с удовольствием буду использовать. Классное. Саш, спасибо. Очень понравилось. Ну и напоследок самое вкусное. Вам покажу. Был в посылочке вот такой вот замечательный магнит. Ну что ж такое, свет не дает показать вам всю прелесть. Вот такая красота. Представляете, это магнит. Я видела много магнитов, даже самых причудливых. Но чтобы вот так в форме значка. Это у меня такой впервые магнитик. Прошу прощения, у меня там сегодня что-то птицы с ума сходят. Вот такая красота. Видите, он... такой вот форме значка большого. Классно, с удовольствием повешу свою коллекцию на холодильник. Будет у меня еще вот такой магнитик. Саш, спасибо, очень понравился. Также Саша знает, что я люблю писать ежедневники, планировщики и так далее. Прислал мне вот такую замечательную ручку. Что ж я вам в пакете показываю? Давайте я открою. Я-то не открывала, чтобы всем показать. Но девчонке очень хотелось открыть.
Я люблю такие ручки. У меня достаточно ручек разных. Я любитель всего блестящего и интересного. Вот такая замечательная ручка. Санкт-Петербург. Со стразиками. Вот эти. Везде есть стразики. Вообще такая прелесть. Очень красивая ручка. Так, сейчас мы разберемся, как ею пользоваться. Ага, вот. Она тоненькая, удобная. Вообще прям классно. Ну, вот сейчас я ее вам покажу и спрячу в свой кошелек новый. Поедет она со мной. Тоже классно. Вообще обалдеть, Сашка, спасибо. Такая прелесть просто. Спасибо вам, мои хорошие. И последнее, что было в посылочке. Это была такая приятная мимишка, девчонки, мальчишки, что просто, ну, Саш, спасибо тебе отдельное, огромное за этот сюрпризик. Была вот такая коробочка, тоже обернута аккуратно, спрятана. Я сначала не поняла, что это. Посмотрите, какая прелесть. Ее так приятно трогать, девчонки. Она такая вот там прям, как стеганое одеяло, такая, знаете, интересная. Такая вот лиловая. Вообще такая прелесть, мне очень понравилась. Такое оформление. Что же в ней было? Вы не поверите. Я точно своим глазам не поверила. Была вот такая замечательная совушка. Как я уже сказала, совы — это моя любовь, моя страсть. Саша мне прислал вот такую обалденную брошку. Посмотрите, какая прелесть. Такими вот перышками. Зеленые глазки. Вот, к сожалению, освещение не дает. Не позволяет полностью показать всю прелесть этой брошки. У нее такие вот красивые зеленые глазки. Такая прелесть. Саш, спасибо тебе огромное. Ну, очень. Я в диком восторге от нее. Я как раз купила себе кофту, кардиган. И только вот буквально день-два назад думала, надо что-то на нее прицепить на лацкан. Думаю, как-то вот пустовато кофточка смотрится. Мой кардиганчик. Думаю, надо какую-то брошку, что ли, придумать к ней. И вот, представляете, как будто Саша знал. Прислал мне вот такую вот совушку. Сейчас она... Я сниму, покажу вам. И она переедет на мою кофту. Вот такая прелесть. Я вообще в диком восторге от этой совки. Очень она красивая, ребят. Классная. Просто прелесть. Саша, спасибо тебе огромное. С огромным удовольствием буду носить. Вот такая вот красота. Вот такая замечательная ко мне приехала сегодня посылочка от замечательного человека, от Александра. Саш, спасибо тебе просто огромное человеческое спасибо за такой шикарный сюрприз, за то, что ты обо мне вспомнил, за то, что ты меня смотришь. Спасибо большое. Все очень мне понравилось. С удовольствием буду все использовать, пользоваться. Вы знаете, даже несмотря на то, что не пью чай, буду пить с огромным удовольствием чай. Спасибо, кто смотрел со меня, кто разделил со мной радость. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось. И всем пока-пока!